находимся в Мурманской области на Кольском полуострове в 125 километрах от ближайшего крупного населенного пункта Полярные Зори, в 30 километрах от границы с Финляндией на Ковдорском месторождении магнетит-апатитовых руд. Карьер магнетит-апатитовых руд входит в топ-10 по размерам в России. Вытянут в длину с юго-запада на север на 1,8 километра, в ширину на 800 метров. И глубина сейчас отметка минус 290 по уровню моря. Точно более километра, без явных выклиниваний, скорее всего, идет дальше. Поэтому добыча до сих пор идет открытым способом. И в ближайшие года на подземную добычу переходить не планируется. Месторождение сложное геологическое, представлено разными типами руд. Условно их можно разбить на две зоны. Это главное рудное тело и юго-западное. А главное рудное тело состоит из центральной части карбонатной руды, апатит-карбонат магнетитовой руды, которая обволакивается апатит-форстерит магнетитовой рудой и далее апатит-силикатной рудой. В апатит-карбонатной руде мы единственные в мире добываем циркон. И обогащаем его, соответственно, наши главные залежи циркона. В апатит-форстерит-магнетитовая руда – это наше основное сырье на апатит и магнетит для производства апатитового, соответственно, концентрата и ЖРК. Юго-западное тело немного у нас победнее, состоит из маложелезистых апатитовых руд, в основном силикатного состава, но также и карбонатные линзы есть. Геологическое строение довольно сложное, границы сортов довольно жесткие, то есть буквально через несколько метров богатой руды может сразу же резко пойти бедная. Поэтому геологическая служба бесперебойно, ежесменно контролирует подачу и добычу руды, чтобы шихтовать нужное качество на обогатительную фабрику. В карьере у нас работает более 20 выемочных единиц, более 60 автосамосвалов выходит ежесменно. Добыча производится в больших объемах. Сейчас в планах выйти на 21 миллион тонн добычи руды в год. Недавно пришел большой дополнительный электрический экскаватор. Также сейчас собирается еще один и на подходе около 20 больших 220-тонных автосамосвалов. Так что карьер продолжает расти, расширяться, развиваться. Добыча только увеличивается. Также к магнетит-апатитовой руде к нам привыкает месторождение апатит-штафилитовых руд. Оттуда добыча также ведется с 2016 года на обогатительную фабрику. Там концентрация апатита немного выше, но зато меньше железа. Основные компоненты наши – это железо и апатит, в небольшом количестве циркон. Железо мы сейчас добываем на уровне 20-23%, апатит на уровне 5,5%. Обогащение идет 13 тысяч тонн руды в сутки с содержанием апатита около 12,5% в среднем. Вывоз руды с карьера происходит с помощью погрузочной техники. Это большие электрические экскаваторы, дизельные экскаваторы и несколько погрузчиков. Вывозят, соответственно, автосамосвалы, это белазы и каты. Объемами от 90 тысяч до 240. Также у нас в 70-90-х годах были сформированы два спецотвала маложелезистой руды. В то время руда шла немного богаче, но в меньших объемах. Поэтому руда эта складировалась отдельно на будущее. Сейчас мы ее забираем, добываем оттуда порядка 6 тысяч тонн в смену. Содержание на спецотвалах порядка 10-15% железа и 4-5% апатита. Центральная часть богата достаточно уникальными минералами, в том числе ковдорскит, который и был назван в честь ковдора. Редкоземельные металлы, то есть циркон оттуда в большей части идет как раз 0,3%. В остальной части карьера немного меньше. Магнетит у нас не совсем чистый. Он заменяется в основном либо магнием, либо титаном. В северной части карьера это магномагнетит, а в центральной части титаномагнетит. Чтобы следить за безопасностью экскавационных и вывозочных работ, у нас стоят 4 радара.
по всему месторождению, которые контролируют смещение бортов. Они измеряют его смещение, скорость, если оно есть, и ускорение. Сменные геологи, геомеханики ежесменно, не отрываясь от этой аппаратуры, гарантируют безопасность всех работ. В карьере вы можете наблюдать осыпи горной массы в результате взрывных работ и обрушений бортов, которые случаются довольно редко, но все-таки происходят. Мы находимся у одного из наших четырех радаров, который обеспечивает безопасную работу. Радары современные, итальянские, покупались несколько лет назад всего лишь. Они оснащены также солнечными батареями, ветряком для бесперебойной работы, дизельным генератором, ну и также работают от сети. Башня радара снимает полностью область всего карьера, анализирует смещение, которое происходит, и выдает в диспетчерскую, геологу-геомеханику данные по смещению, по скоростям и по ускорению смещения. Таким образом, геолог контролирует работу всего карьера и может заблаговременно выявлять потенциальные опасные зоны для работы и, соответственно, выводить оттуда людей и потом уже технику. Мы находимся в диспетчерской комбината. Здесь сидят начальник смены комбината, диспетчер, сменный геомеханик, сменный геолог. Отсюда происходит вся организация работ, добыча экскаваторов, работы самосвалов. Здесь система представлена Графан, в которой можно оперативно отслеживать погрузку и выполнение планов как руды, так и вскрышных пород. Сюда выводятся все камеры, с которых можно наблюдать практически за всем карьером. А также выводятся данные по геомеханическому наблюдению с радарной системы. Здесь, в принципе, организуется вся работа карьера. Карьер работает круглосуточно, сменными графиками по 12 часов. Здесь же люди и меняются. Сюда приезжают и только потом отсюда уезжают. То есть это непрерывное производство, когда здесь всегда кто-то находится и организует всю работу. Штаб-квартира карьера, можно сказать. У нас в карьере установлены 4 радара, которые с цикличностью в 4-5 минут производят съемку карьера. Далее данные у нас присылаются на сервер. Сервер их обрабатывает и подгружает нам в проект. Там рукоять на нем установлена. На нем у нас получается 4 датчика. Они вот вращаются с интервалом в 4 минуты, делают снимок карьера, ну, условно говоря, как фотографию. Потом пересылают данные на сервер. Сервер уже их обрабатывает, накладывает друг на друга фотографии, видит вот смещение. Визуально можем отследить все смещения в карьере. Также в 4 минуты обновляется картинка. На карте скорости мы можем видеть наши подвижки в карьере. Сейчас у нас все спокойно. При появлении каких-то новых областей мы создаем область, задаем ей график. И на графиках у нас видно смещение с интервалом. Показывается в миллиметрах в час. При превышении 2 миллиметров в час это у нас уже считается опасным. Далее мы, руководствуясь нашей методикой реагирования, передаем информацию начальнику смены. И если этот забой представляет опасность для людей и оборудования, выгоняем технику из забоя. Собственно, это все. Были обрушения. 166-е качели южные сошли в апреле. И потом еще оставшаяся часть вот буквально в июне. В приложении, если мы переключаемся на графиках, по графику обратной скорости с точностью до 3 минут предсказали обрушение. У нас оно было в 19.23, по приложению мы прогнозировали в 19.20 обрушение. Для визуализации у нас информация с компьютера выводится на экран. Здесь, в принципе, можно все увидеть. Если приблизить, вот красный это сам забой обрушается, это движется, все показывается. Даже при работе экскаватора на нас идет движение свыше 2 мм в час. Желтый там 0,5, оранжевый 1 мм в час. А синий это от нас уже, который движется, но это мы чаще списываем на помехи. От нас он как внутрь редко движется. Наблюдение у нас ведется круглосуточно. Меняемся мы тоже с минимальным разрывом, так скажем. У нас к каждому радару также есть удаленный доступ. Оценить его состояние, там ошибки, исправен, неисправен. Уровень топлива также. Радары работают от сети 220 вольт, когда у нас нет напряжения на радаре. В нем также установлены дизельные генераторы. Ветряная
станция и солнечные панели. Обслуживаем их сами. Периодически также приезжают представители этой фирмы. Это дальномер. Он посылает сигнал по всей зоне, получает его и рассчитывает смещение, если оно есть. Опасна эта зона, будет ли там что-то рушиться, и если да, то спрогнозировать, когда будет происходить и в какой зоне. Так как месторождение имеет очень сложное геологическое строение, много сортов руд, много контактов, как с другими сортами руды, так и за балансовыми и вскрышными, разного типа вскрышными породами, то здесь обязательно происходит моделирование в современных системах. Это SURPAC и GIS GeoMix, в которых отрисовывается 3D-модель, заполняется всеми нужными компонентами, в том числе и физико-механическими свойствами для расчета устойчивости бортов, для расчета взрывания буровым установок. На регулярной основе в карьере происходят взрывные работы, массовые взрывы. Они происходят либо раз в неделю, либо раз в две недели, в зависимости от необходимости и количества взорванной массы. До взрыва геологическое управление выдает весь необходимый физическо-механические свойства пород буровзрывному цеху, которые рассчитывают, как им нужно пробурить, как им нужно зарядить и как им нужно взорвать этот блок, чтобы получилось небольшое осыпание и хорошее дробление породы. Также этот взрыв моделируется, прогнозируется в системе GIS GeoMix развал с точностью 80+% по западному борту. Эта точность доходит до 100%, поэтому мы еще до самого взрыва понимаем, как упадет руда, как она разубожится, какие будут потери и как она сместится относительно первоначального пробования. На карьере работает большое количество подрядных организаций, так как объем работ очень большой. Это геологоразведка, МГРЭ, ЦКЭ и взрывы Азоттех занимаются, и научно-исследовательские работы. На обогатительном комплексе внедрялась система искусственного интеллекта для быстрого подбора реагентного режима и снижения потерь при обогащении руды. Ковдорский ГОК активно сотрудничает с различными научными организациями, как и на Кольском полуострове, так и по всей России, и даже за ее пределами. Вводятся передовые технологии. Сейчас у нас вводится система BlastMaker, которая позволит без учета маршейдерской съемки по работе экскаваторов уже формировать и направлять экскаваторы в нужных направлениях, чтобы не оставить какую-то массу, либо не перебрать борт, что тоже может быть небезопасно, и так далее. Также у нас проводится моделирование физико-механических, там, геологических свойств для лучшего планирования, обеспечения фабрики рудой. Продолжается химическое и минералогическое изучение карьера. У нас ежегодно происходит в достаточно крупном объеме доразведка месторождения, его съемка. Перспективы у Ковдорского ГОКа достаточно большие. На данный момент рассматривается план продолжения открытых горных работ на 40 с лишним лет вперед. Далее либо будет продолжаться, но это уже зависит будет от технологии, от экономической целесообразности, либо будет переход на подземную добычу руды. В любом случае, карьеру, ну, минимум несколько десятков лет еще активной работы. У Финляндии есть месторождение Сокли, схожее с нашим АШЭРом. Оно по составу очень похоже. Единственное, там очень большое количество редких земельных элементов, металлов. Поэтому его обогащение немножечко усложняется из-за этого. Но оно еще не разрабатывалось. Компания Еврахим, в которой относится Ковдорский ГОК, рассматривала, возможно, ее покупку в дальнейшем для замены АШЭР. Но в данный момент от этой идеи отказались. Под апатит-штафилитовыми рудами у нас также находится еще месторождение апатит-карбонатных руд. То есть, когда мы добудем всю кору и ветривание, которую сейчас добываем, апатит-штафилитовые руды, мы дойдем до карбонатных. И можно будет обогащать еще их на годы вперед. Вскрышная горная масса у нас вывозится на отвалы. Их 4 больших. Отвал ваш и отвал номер 2 для патиштофилитовых руд. И отвал номер 3 и 3А это для вскрыши из карьера магнетитопатитовых руд.
Также у нас есть несколько складов. Это прибункерный и буферный склад для поддержания бесперебойной подачи на дробильную фабрику руды. Склад временного хранения – это руда, которая в данный момент не востребована, но на ближайшее будущее она понадобится. По такому же принципу формировались спецотвалы маложелезистых апатитовых руд там, в 70-е годы. Так что мы эту руду оставляем на будущее для будущих работников Ковдорского ГОКа. Численность сотрудников Ковдорского горно-обогатительного комбината более 4000 человек штатного, плюс подрядные организации. Ковдорский ГОК является градообразующим предприятием города. Он дает, в принципе, все, в том числе на территории предприятия находится и ТЭЦ, от которого идет электричество, ну и, соответственно, водоснабжение. Но это наш главный источник работы. Это жизнь Ковдора, сердце.